Здравствуйте, мои любимые! Очень рада встретиться с вами на моем канале. Сегодня у нас с вами очередная, очень радостная, ароматная, прекрасная распаковка парфюмерии и косметики из магазина «Рандеву». Все ссылочки я оставлю в описании под видео на все, что буду сегодня распаковывать, а также свой скидочный промокод традиционно на 10%, он называется 10 Love Shop. Вы его просто запомните, применяйте при всех своих последующих заказах, потому что он многоразовый, и он даст вам скидку 10% абсолютно на весь ассортимент в магазине. Он суммируется со всеми скидками и акциями на сайте, поэтому применяйте его в корзине и существенно экономьте. Я сегодня эту коробку еще не вскрывала и никакие пупырчатые пленки не убирала, поэтому будет у нас сегодня с вами прям живая распаковка. Все мы будем рассматривать так, как было упаковано магазином. Как показывает практика, они все очень заботливо всегда упаковывают. Коробочка в этот раз вот такая компактная. Пришла она ко мне с деком. Мне очень удобно в последнее время именно с деком доставку выбирать. И огромное количество здесь воздушных пакетов. Вот такой воздушный пакет, в который было обернуто все содержимое. И еще один вот такой воздушный пакет, в котором также было обернуто все содержимое, но уже с другой стороны. То есть и так они все как следует оборачивают. Итак, первое, что я сегодня вижу, это дезодорант Рексона. Я его всегда заказываю на Рандеву, потому что я оставляю отзывы на все товары, которые я заказала, получаю баллы таким образом, и на эти баллы я себе заказываю какие-то прям очень нужные вещи. Пользуюсь Рексоной уже много лет, это мой любимый бренд, он показал себя лучше других брендов. Он прекрасно работает с черной и белой одеждой, не оставляя следов ни желтых, ни белых. Он имеет антибактериальный эффект, из-за чего бактерии не размножаются и не дают неприятного запаха. Причем сам он мягко ароматизирует. Да, действительно хорошо защищает от влажности, поэтому вот какой-то новенький вышел, я решила его испробовать. Дальше, еще один дезодорант, это новинка от Рексона, я его еще не пробовала. Сухость и уверенность в 3 раза эффективнее, регулирует повышенное потоотделение даже при стрессе и действует 96 часов с момента нанесения. Такой красивый стильный флакон, интереснее, чем вот такой вот, да, их классический. Поэтому как протестирую, обязательно вам расскажу в последующем подробном видео. Дальше, следующее, что мы с вами рассмотрим, опять же, в следующем видео, в подробном, это аромабокс, который называется «Рыбы для нее». У меня мама этого знака зодиака, поэтому все расслушаем в отдельном ролике, и мне интересно будет узнать, подходят ли ей эти ароматы. Дальше я заказала, конечно же, еще несколько аромабоксов. Новинка на Рандеву. Топ новогодних ароматов для нее. Очень была рада этой новинке. Ее, кстати, нужно поторопиться заказывать, потому что вот такие праздничные аромабоксы к какому-то случаю, это что-то очень временное. То есть вот он сейчас есть, но скоро его не будет после того, как Новый год закончится. Дальше еще один аромабокс. Избранные селективные ароматы. Есть у них избранные селективные ароматы 1, 2 и 3, 3 аромабокса. Вот один из них я заказала. Но здесь прям очень-очень-очень сильно популярные ароматы, которые мы с вами хорошо знаем. Но мне захотелось вот, да, именно этот аромабокс как следует послушать. Дальше, последний аромабокс в этой посылке. Это топ арабских ароматов для нее. Достаточно недорогой. Даже, я бы сказала, один из самых бюджетных аромабоксов на сайте, поэтому посмотрим, что это за ароматы и стоит ли их заказывать, потому что, ну, хорошо, когда мы находим что-то бюджетное и вкусно пахнущее, так ведь? Дальше я заказала вот такую масочку, тканевые маски. Это то, что обязательно нужно всегда добавлять в каждый заказ в этом магазине, потому что они там по прекрасным ценам. Ниже цен вы нигде не найдете. Следующее, что я выбрала, это краска для волос Calistone Perfect от Londa от Vella Professional. Я вам неоднократно рассказывала, что я много-много лет сижу на этом бренде, менять его не собираюсь. Он создает великолепные краски, которые совершенно не повреждают волосы, которые дают чистые, красивые оттенки.
И волосы не секутся, волосы живые, даже если вы несколько раз в короткий промежуток времени их покрасите. Эта краска хорошо осветляет, я взяла блонд красивый. Оттенок у меня 1096, яркий блонд с андре фиолетовый. Здесь много фиолета. Чтобы убрать желтизну, как видите, я вышла прям совсем в такой блонд. Блонд, если завиваю волосы, то вообще... похоже на Марлин Монро. Ладно. Следующее, что я решила выбрать, также от Вэлла, тонировочная краска. Должен быть здесь розовый оттенок. Один к одному написано, здесь смешивается. Почему-то здесь фиолетовая нарисована шкала. Не знаю. Надеюсь, что все правильно положили. Ну, в общем, я розовый оттенок выбирала. Нравится мне тонироваться в розовый. Это очень красиво смотрится. Тоже протестирую и вам обязательно расскажу подробно в следующем видео. Дальше, что мы дальше с вами посмотрим? Это вот такой вот пакет с пробниками. Посмотрите, как их здесь много. Наконец-то я пошла по пробникам прям так, как следует. Потому что я уже практически все ромобуксы из рандеву протестировала. И знаете, что я сделала? Я отсортировала женскую парфюмерию, причем по цене от самых бюджетных парфюмов, от самой низкой цены к самой высокой, в общем. И я все-все-все вот эти вот пробники, которые по порядку, добавляла в корзину и заказала их. Их здесь огромное количество, но они мне вышли прям в 5 копеек. И я буду делать, конечно, на них отдельные видео, как я обычно делаю по 8 ароматов в каждом видео. Но эти ролики будут у нас называться «Самая бюджетная парфюмерия на рандеву», да? И мы с вами найдем здесь обязательно что-нибудь и бюджетное, и ароматное, красивое. То, что не ударит по нашему с вами бюджету, но то, что будет достойно того, чтобы мы этим пользовались. Поэтому ждите в ближайшее время огромное количество таких видео. Дальше мне положил магазин в подарок скатку для лица от фирмы Visime. Замечательная скатка, спасибо огромное, с удовольствием использую этот пробник, мне хватит на пару раз. И парфюмерия, собственно, парфюмерия, это то, что у нас с вами осталось. Первое из полноразмерной парфюмерии, это Shiseido Everbloom. Хотелось мне давно послушать этот аромат, но я его заказала не для себя, по просьбе моей подруги. Его долго не было в наличии, и я нажала кнопочку «Сообщить мне о поступлении», и, собственно, когда он появился, мне уведомление пришло на электронную почту. Моя подруга давно мечтала об этом аромате, она его очень любит, но это такая редкость, снятость, по всей видимости. И вот он появился, и мы его успели ухватить на рандеву. Не буду. Или буду. Давайте один раз пшикнем. Очень нежно пахнет какими-то цветами. Прям нежными-нежными свежими цветочками. А сейчас так интересно раскрывается в какие-то очень теплые цветы. В общем, будем с вами его подробно тестировать. Сакурой должна пахнуть эта парфюмерия. И да, вот такая теплая, сладкая, цветущая сакура здесь открывается. Ой, боже. Сначала он был таким свежим, а теперь теплым, таким ароматным становится. И очень нежным. Дальше, следующее, что мы с вами посмотрим. Lacoste Parfum Tester. Я тут распродавала свою парфюмерную коллекцию. Много чего продала. Много чего еще у меня осталось, так что загляните обязательно в мой телеграм-канал, где я продаю парфюмерию и вещи, различные товары, да, которые я обозревала, но которые себе не оставляю, потому что это еще немножко осталось довосстановить квартиру, докупить мебель, и поэтому, да, парфюмерную коллекцию я свою продолжаю распродавать. Посмотрите, какие ароматы там остались, я 40% скидку сделала от самой низкой цены на рынке, поэтому все это будет очень выгодно. И вот Lacoste Parfum у меня забрали, я заказала себе его еще раз. 90 мл выбрала на этот раз. Тестер всегда дешевле идет, но он отличается просто вот такой белой коробкой. Зачем нам коробка, да, мы ее сразу выкидываем, а так все один в один. И, кстати, новый дизайн. У меня еще в старом дизайне был флакон, а это новый дизайн, очень красивый.
потрясающий аромат, прям такая классика-классика, которая нравится всем, в котором можно ходить, просто не снимая этот аромат. Он и в офис, и на день, и на вечер. Он очень красивый, очень такой нежный, изысканный. Мужчинам он тоже очень нравится. Стойкость у него прекрасная, поэтому да, не может существовать моя коллекция без этого аромата. Дальше, что я заказала с огромным удовольствием, это Эссентрик Молекула, Молекула первая плюс Ирис, причем в большом объеме, 100 мл, это у меня все в суде пришло. Я прям при вас это все распечатаю. Лишняя вот сюда, синяя коробочка. Вот так снимается эта часть. Обычным стандартным образом открывается следующая часть. Там все черное внутри. Черный таким картоном выслано. И, собственно, сам флакон. Вот такой он красивый. Великолепный аромат, в который я влюблена просто до безумия, и я захотела его иметь у себя в большой версии. Была у меня небольшая версия, но у меня моя одна подписчица попросила, пожалуйста, продайте. Я, конечно же, опять же, с 30, по-моему, или с 40% скидкой ей продала, а себе заказала флакон побольше. И я вам, кстати, говорила в прошлом видео, что если вы хотите заказать себе какой-то парфюм, но цена кусается, а очень сильно хочется, то можете написать мне в личку, я вам могу заказать его с 40% скидкой. Так что обращайтесь, если что. Уже так с несколькими моими подписчицами мы делали, они остались очень рады. И второй парфюм, также от Эссентрик Молекула. Молекула первая плюс мандарин. Это также мой любимейший аромат. Вот два этих аромата я люблю просто без памяти. Если в прошлом аромате был аромат чистоты, свежести плюс чудесный, нежный пудровый ирис и больше ничего лишнего, то есть аромат нежный-нежный, пудровый-пудровый, такой легкий, такой потрясающий, можно и после душа его на себя нанести, и днем вы будете ходить, и от вас будет пахнуть такой нежностью, все будут к вам тянуться, потому что от вас никто не будет уставать, но вы будете пахнуть вот именно нежностью. То вот это аромат, где содержится, опять же, вот эта чудесная молекула Айса и Супер, но здесь присутствует нота мандарина. Получается, что аромат чистого мандарина, чистого, свежего и ничего лишнего. Этот аромат, напротив, он является ароматом антидепрессантом. Вам в нем будет так хорошо и так радостно, и так весело, если у вас вдруг нет настроения, воспользуйтесь этим ароматом. У него, видите, цвет вот такой вот, как раз как у мандаринового сока. Это аромат, который прекрасно подходит на лето, который чудесно согревает зимой в холод, когда хочется чего-нибудь такого теплого, радостного. Также этот аромат идеален для Нового года, потому что мандарины, да, непременный атрибут новогодних праздников. В общем, да, он даже был включен в прошлый аромабокс топ новогодних ароматов. Обожаю цитрусовые, особенно такие качественные. Там был потрясающе качественный ирис. Здесь восхитительно качественный и натуральный мандарин. Поэтому, да, 100 мл я тоже заказала. И счастливая, просто не передать. Следующее, что я выбрала, также в полноразмерной версии, My Way Floral. Не классическая версия, классической версии нет в моей коллекции. Хотя я тестировала этот аромат. Заказывала его, но у меня, опять же, его забрала моя подписчица с большим удовольствием. А я недавно в пробнике услышала именно вот эту версию Floral, и она мне понравилась больше. Понравилась настолько, что мне захотелось иметь эту версию у себя в коллекции. Здесь розовая такая коробочка красивая, и внутри все синего цвета. И сам флакон
Господи, какой же он красивый, как же мне нравятся стильные флаконы, вот такие оригинальные, боже мой. Все-таки есть большая разница, да, между вот такими флаконами, которые создал какой-то дизайнер, над которым трудилась даже целая команда, да, по сравнению с каким-то вот таким вот обычным флаконом, да, все-таки это такая эстетика, особенно когда это стоит на туалетном столике или в туалетном столике. Потрясающе, конечно, приятно пользоваться такими красивыми вещами. Мы с вами, девочки, все эстеты. Итак, давайте я его нанесу. Красивое такое розовое содержимое, которое сочетается с синей крышкой. Здесь написано Armani. Да, мне эта версия нравится больше. Я не могу его описать, но мне чем-то на Линтердит очень похоже от Дженши. Да, прям очень сильно они похожи, Линтердит. Я просто вскружил мне голову, когда я его расслушала. Хотя ходила мимо него прям много лет. Дальше. Что мне непременно захотелось иметь в полноразмерной версии, хоть и в самом минимальном количестве миллилитров, 30 миллилитров, это Burberry London. Мне вообще очень понравился весь аромабокс от Burberry. Там все ароматы нежные, свежие и прям такие девичьи-девичьи, очень носибельные, очень на повседневную носку, очень офисные. И такие какие-то нежные, свежие, вкусненькие. И все недорогие, кроме одного, который мне понравился больше всех. Но его нет в наличии сейчас, к сожалению, в полноразмерной версии. Я помню, что я себе практически все пробники оставила из этого аромабокса, свою коллекцию пробников. Но был доступен вот этот аромат, он мне тоже очень понравился, и он был прям совсем-совсем бюджетным. То есть, если ищете что-то бюджетное, но красивое, вам нужно присмотреться к бренду Burberry. Один их парфюм Weekend for Women, чего стоит, да, очень красивый, качественный такой, нежный, свежий аромат, да, и который стоит совершенно приемлемо. Здесь такой классический английский стиль у коробочки и такой же стиль у самого флакона. Тканью он обшит, крышка классическая, но с металлическим оформлением. И давайте его, собственно, куда-нибудь нанесем, чтобы вспомнить его. Угу. Чудесный такой повседневный, очень классический, очень стильный аромат. Элегантный, носибельный, не удушающий, не навязчивый, хороший. Мне прям очень понравился. Так, дальше, что мы с вами рассмотрим. Два парфюмчика у меня осталось. Это Линтердит в черной версии, который вы мне посоветовали попробовать. Увидя то, как мне понравилась классическая версия, вы мне сказали: так, Олеся, заказывай черную версию. Если понравилась та, должна понравиться и эта. А потом ниже вы мне в комментариях еще под последним видео написали, что ну тогда и красную версию заказывай. Я ее, кстати, заказала. Она у меня как раз вот в этом пакете с пробниками. Так, это видео у меня сегодня хорошо получается вроде бы говорить, поэтому, наверное, я его не буду монтировать, слава тебе, Господи, и быстро его опубликую. Смотрите, какая красивая, стильная черная коробка, а внутри красная. Это вот как черные туфли на красной подошве, да? Всегда классика, всегда стильный и всегда беспроигрышный вариант. Дальше открываем тоже все красное. И сам флакон черный, с черной крышкой. И это парфюм, который похож на классическую версию, но более вечерний, более томный, более притягательный и соблазнительный. Так, куда мы с вами еще не наносили? Наверное, вот сюда. Но здесь чувствуются пачули. Сразу они мне бросились. Потому что я очень аккуратно к этой ноте отношусь. Потому что если их много добавлено в парфюм, меня это очень отталкивает. Да, парфюм становится более таким тяжелым, более томным, более вечерним, более таким даже горьковатым, немножко таким тяжеловатым, да, таким немножко нагружающим.
когда этих пачулей много. Но когда их чуть-чуть, это просто придает немножко характера парфюму. Поэтому я всегда прям с осторожностью. Но здесь пачули сразу бросились мне почему-то в первых нотах и сразу же ушли. Пока я тут вам рассказывала про пачули. Сейчас я их не чувствую, сейчас я чувствую великолепный, роскошный вечерний аромат. О нотах мы с вами еще поговорим подробнее и рассмотрим этот красивый флакон. Ну и последнее, что я заказала, это Juliette Hezegan Nata Parfum. Наконец-то, наконец-то. Первый флакон из этого бренда. Долго я ходила мимо. Сколько же я ходила мимо этого парфюма? Сколько же я пробников продала? Сколько же пробников я на себя вылила этим летом? Думаю, ну чем оно пахнет? Оно же ничем не пахнет. Кстати, какая-то упаковка необычная, да? Вот так снимается вот эта часть. А дальше что-то такое мягенькое. Смотрите, похожее на поролон. Какое-то воздушное. Так приятно слышать его вот так вот жать. Но я чувствую, что я сейчас испорчу, наверное. Вот так это все открывается. И там лежит, собственно, наш прекрасный флакон. Сколько у меня здесь миллилитров? Я не помню, сколько я заказала. И ничего не написано. Но мне кажется, здесь 50. Да? Для 30 как-то великовато. Вот так это все выглядит внутри. Ну так вот, вернусь к своему описанию этого аромата. Сколько я на себя пробников вылила этим летом? Я его вроде чувствую, вроде не чувствую, пахнет непонятно чем, вроде какой-то воздух, но при этом пахнет какой-то такой чистотой. Там, сейчас я вспомню ноту, циолит там, да, ведь нота? И вот действительно пахнет циолитом. Если вы когда-либо заказывали циолит для своих цветов, вы знаете, как он пахнет. Это пахнет каким-то камнем холодным. Чуть-чуть как будто бы... Не знаю, это же аромат штукатурки. Я не знаю, как это описать. Но, в общем, вот какой-то такой аромат-то влажной, отремонтированной комнаты, которая еще сохнет. Вот для меня вот чем-то вот таким пахнет. Но при этом это все очень сильно приятно. Ну, если вы никогда не слышали этот аромат, я сейчас описываю лично свои эмоции, лично свое восприятие. Вот так он для меня пахнет. А так, конечно, очень нежный аромат, после душа прекрасен. Он не имеет какого-то шлейфа, он достаточно быстро испаряется. Но это то, что подойдет вам, если вы не любите какие-то активные ароматы, если вы вообще не любите на себе чего-либо ощущать. Окружающие будут его мягко ощущать, но вас он не будет напрягать и не будет доставлять вам какого-то дискомфорта. Есть такие люди, у меня лучшая подруга, она вообще не может себе подобрать аромат, потому что все для нее какое-то слишком кричащее, слишком заметное, слишком постоянно напоминающее о себе. Итак, куда мы нанесем этот аромат? Давайте прямо вот так, хотя так не делается. Но кто нам запретит, так ведь? Угу. Да, это пахнет циолитом. Ой, но это очень красиво. Для меня это запах свежеотремонтированной, сохнущей комнаты. Вот хоть вы что со мной сделаете. Следующим будет аромат Lipstick Fave от этого бренда. А вот начало положил именно этот аромат. Ну вот и все. Моя коробка опустела. Мы распаковали с вами все. Что в ней было? Было много всего интересного. Ждите подробные обзоры, особенно на вот этот вот мешок. Я думаю, что да, будет прям очень сильно полезно, потому что многие мне пишут, что вы иногда распаковываете такие дорогущие ароматы, не у всех ведь есть желание столько денег тратить на парфюмы. Но вы прекрасно понимаете, что эти видео авторские, и я заказываю себе то, что мне нравится, то, что я хочу добавить в свою коллекцию. Поэтому, да, ароматы бывают разные у нас. Бывают у нас очень дорогие, бывают достаточно бюджетные. И сегодня встречаются в этой распаковке и такие, и такие. Но скоро по вашим заявкам мы будем тестировать все максимально бюджетное, прям очень-очень сильно бюджетное. Так что те, кто мечтает о парфюмерной коллекции, но у кого ее нет,
вы скоро, я чувствую, сможете ею обзавестись, при этом не потратив какое-то огромное количество денег. Ну вот и все на сегодня. Я очень рада, что я разделила с вами свои эмоции. Надеюсь, вы за меня порадуетесь. Да, потому что для меня всегда целый праздник, распаковка, получение посылки с рандеву. Это то, что меня до сих пор еще очень сильно вдохновляет тема парфюмерии. Косметики здесь практически нет, да, в этот раз у нас прям с вами парфюмерия. Ну вот и все. Прощаюсь с вами на сегодня. Спасибо огромное всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, что вы хорошо провели со мной это время. Я вас очень люблю, очень ценю. Всегда буду помнить все хорошее, что вы мне когда-либо написали или сделали для меня. Всегда буду вспоминать, и всегда будет со мной то, как вы меня поддерживали в достаточно сложные периоды моей жизни. Я вам желаю, чтобы у вас было все, что вы хотите. Если вы хотите парфюмерную коллекцию, пусть она у вас будет. Если вы хотите, не знаю, чего угодно, пусть у вас все будет. Но для этого, конечно, нужно обязательно стараться. Под лежачий камень вода не течет, так что поднимаем свои красивые попочки и начинаем действовать. Я, кстати, сейчас поменяла совершенно свой распорядок дня, потому что если раньше я вставала недостаточно рано и была этим недовольна, хотя хорошо высыпалась при этом, но сейчас я встаю в 5:30 либо в 6 утра, и завтракаю, вызываю такси и еду в бассейн. И так я делаю с понедельника по пятницу. Я плаваю с 7:30 до 7:30, пока не пришли дети, одна на дорожке. И добилась в этой сфере хороших результатов. Я помню, когда я первый раз пришла в бассейн, я проплывала 2 метра, причем по собачьи, да, в собачьем стиле. И заползала на бортик и стояла, дышала. И вот спустя, верное, 1/2 года моих хождений в бассейн, сейчас я плаваю без перерыва, без остановки, ровно 1 час. Я научилась плавать кролем, причем научилась это делать сама. И у меня достаточно неплохо получается. Скорость, конечно, я еще пока не наращиваю, но техника у меня хорошая, как говорит инструктор, с которой мы подружились. Там вообще очень хорошая обстановка, и уже одни и те же люди ходят, со многими познакомилась. Поэтому много всего интересного я себе для бассейна купила. И очень красивый купальник, и шапочку, и различные бутылочки для уходовой косметики. И да, жизнь совершенно преобразилась. Чувствую я себя иначе, чувствую, как тело укрепляет. Чувствую, как тело становится более фактурным, как я становлюсь более выносливой. Столько радости, столько эндорфинов, есть еще к чему стремиться. Научилась я, кстати, кролем плавать сама, меня никто не учил, просто смотрела на окружающих, как они это делают, и тянулась за сильнейшими. Поэтому, да, потом я прихожу после бассейна в кафе, пью там несколько стаканов компота, беру себе что-нибудь на день покушать, потому что я не готовлю. Наготовилась за много лет совместной жизни. У меня рядом с домом есть очень хорошее кафе, очень-очень-очень бюджетное, и там потрясающе вкусно готовят. Я люблю там бывать, мне нравится там у них иногда обедать. Точнее, я некоторое время у них и завтракала, и обедала. Просто нравится эта атмосфера. У меня там есть мой диванчик, который я всегда занимаю. Уже тоже всех поваров там знаю, прихожу, здороваемся. Потому что работаю я дома, и я мало с кем общаюсь, и мне нужно как-то все-таки в социум выходить, поэтому да, беру что-нибудь с собой покушать в кафе, иду домой, отдыхаю полчасика-часик, и все, и принимаюсь за работу. Распаковки, посылки, договоренности с продавцами, монтаж, съемки, и да, стараюсь делать побольше видео, стараюсь радовать вас почаще, так что чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы хорошо выглядеть, чтобы чего-то добиться, чтобы жизнь была приятной, комфортной, нужно, конечно, очень стараться, поэтому я вас мотивирую. Если вы находитесь в какой-то сложной ситуации, знаете, что из любой ситуации есть выход, я теперь на своем личном опыте в этом убедилась просто на 100%. Все можно пережить, все можно преодолеть, со всем можно справиться.
Да, и большую помощь, конечно, оказали вы и мои близкие друзья, с которыми я общаюсь и дружу в реальной жизни, поэтому я вам еще помимо исполнения ваших желаний, помимо вещей, которые вы хотите для себя, желаю, чтобы вас окружали очень хорошие, заботливые, верные друзья. Это важно, как ничто в нашей жизни. Когда я была замужем, у меня не было друзей. У меня не было возможности с кем-то общаться, потому что мой муж не хотел меня делить ни с кем долгое время. Потом уже как-то так вот я привыкла без друзей. И сейчас, когда у меня есть возможность общаться с кем я хочу, как я хочу и когда я хочу, я завожу такое огромное количество друзей, я так счастлива в этом во всем. Все-таки мы существа очень социальные, нам важна поддержка, нам нужна любовь, нужна преданность, нам нужно поговорить с кем-то, поделиться. И да, друзья оказали мне колоссальную поддержку. Также мои зрители, вы иногда пишете мне в личку, и тоже бывает общаемся хорошо и приятно. Поэтому я сейчас могу сказать, что я совершенно счастливый человек. Хожу к психологу раз в неделю, мы с ней прорабатываем всех моих тараканов, разбираем все мои антресоли. Да, это тоже терапия, которая идет мне на пользу. Поэтому работаю над собой в различных направлениях. Одно время косметологией тоже я увлеклась. Не всем понравилось мое увлечение, судя по вашим комментариям, но я делаю из этого выводы, пробовала на себе разные процедуры. Если хотите, могу снять отдельное видео обо всем, что я пробовала. Пробовала я очень много. Сделала я эти процедуры, потому что я была много лет на гормональных таблетках из-за своего очень сильного эндометриоза. И эти таблетки подавили выработку женского гормона, из-за чего моя кожа стала очень резко стареть. То есть я выглядела долго-долго-долго на 20, и потом раз, резко я стала выглядеть, не знаю на сколько, ну не на 20 точно. Потому что до этого все удивлялись, слышав мой возраст, а сейчас как будто бы дают столько, сколько есть. Вот, и поэтому всяческие косметологические вмешательства мне захотелось сотворить с собой. Какие-то процедуры мне очень понравились и пошли на пользу, какие-то процедуры я больше не буду делать. Все эти скулы, которые вам не нравятся, они рассосутся, губы тоже рассосались, ушел объем, и много чего еще уйдет. Так что все это временно, все это познается с опытом, ничего страшного я в этом не вижу, ничего катастрофичного я тоже в этом не вижу. Те, кто меня любил, они меня любят в любом виде и принимают меня в любом виде. А я просто иду с теми процедурами дальше, которые мне подошли, а остальное все рассосется. Поэтому не переживайте так сильно за меня в комментариях. Ничего здесь бесповоротного нет в этом. Вот, ну все, по-моему, я вообще на все сегодня темы поговорила. Надеюсь, я вас замотивировала. Много-много флюидов, всего самого хорошего вам послала. Желаю вам самых приятных покупок, помимо всего прочего. Всего-всего самого хорошего. Да, разворачивайте описание, чтобы найти все лежащие там ссылки. Обязательно воспользуйтесь моим скидочным промокодом при заказе. Пишите, что вы хотите, чтобы я еще протестировала. Подписывайтесь на все мои соцсети, обязательно на мой телеграм-канал, где я продаю вещи и парфюмерию по ценам очень сильно ниже рыночных. Ну и все, прощаюсь с вами до следующего видео, их будет целый ряд на все на этом. Всем до скорых встреч!